О главных мировых трендах и новых веяниях расскажут новосибирским дизайнерам. Для них организовали специальные курсы. Сибирская ассоциация дизайнеров и архитекторов ставит амбициозные цели. В нашем городе должны быть свои звезды, чьи услуги будут востребованы по всей России. Такие профессионалы высочайшего уровня будут полезны для города и смогут сделать его красивее и удобнее. А для того, чтобы такие дизайнеры появились, нужно создавать подходящие условия. Подробнее Михаил Якимов. В офисах и квартирах новосибирцев процветает безвкусица. Для создания уникального интерьера к услугам дизайнеров и архитекторов прибегают единицы. В Москве люди просто не заморачиваются тем, чтобы самому там как-то ломать голову, что же сделать со своей квартирой. Они приглашают дизайнера, платят деньги, и у них потом приходишь, я такой, у меня прям челюсть отпала, такие интересные цветовые решения и все остальное. Рынок дизайна, по мнению экспертов, в нашем городе только формируется. Да и сами дизайнеры вынуждены учиться. Со следующей недели стартует трехмесячный курс повышения квалификации. Интересуюсь новинками, также пытаюсь узнать что-то новенькое у других знаменитых дизайнеров Москвы и зарубежья. Поэтому я считаю, что раз мне это интересно, то и также любому профессионалу в своем деле, а также и новичку будет очень важно повысить свой уровень. В прошлом году наш город стал столицей российского дизайна, однако свой профессиональный союз у дизайнеров появился только полгода назад. За это время в состав Сибирской ассоциации вошли 280 компаний и индивидуальных предпринимателей. Теперь задача – сделать бизнес в этой сфере максимально прозрачным. Добровольное лицензирование, я думаю, даст еще один толчок для развития правильного рынка в сфере дизайна, исключит недобросовестную конкуренцию и заставит предоставлять дизайнеров еще более качественные услуги для наших заказчиков. Уникальный научный потенциал Новосибирска и большое количество IT-специалистов тоже приходят на помощь дизайнерам. Например, такое приложение помогает клиенту увидеть, как будет выглядеть его квартира после ремонта и еще на стадии проекта. Михаил Якимов, Даниил Смирнов, Новосибирские новости.